Всем привет! Юрий Фирсов заявил, что в квартиру его жены Валентины Легкоступовой пытались прорваться злоумышленники. Яхтсмен продолжает жить в апартаментах певицы, так как является одним из законных наследников. Впрочем, это обстоятельство не нравится другим членам семьи артистки. Юрий Фирсов отметил, что не против, если в квартире вместе будут также находиться дети его покойной жены, дочь Анетта и сын Матвей. Правда, яхтсмен готов впустить их в жилище лишь при одном условии – они оплатят свою часть коммуналки. По словам Фирсова, последние месяцы он покрывал все расходы на квартиру, несмотря на то, что не является единственным владельцем. Яхтсмен заявил, что недавно в апартаменты Валентины Легкоступовой пытались проникнуть неизвестные. Юрий Фирсов установил систему безопасности с видеонаблюдением. Он уверен, что это были не наследники певицы, так как их бы он узнал в лицо. Прямо в камеру спросил: «Кто вы такие? Чего хотите?» «Они ушли», — отметил Фирсов. По словам мужа Валентины Легкоступовой, если бы злоумышленники не отреагировали, приехал бы наряд полиции. Напомним, что недавно только появились результаты экспертизы, в которой была озвучена настоящая причина ухода звезды. Выяснилось, что Легкоступова ушла из жизни из-за полиорганной недостаточности, вызванной многолетним употреблением алкогольных напитков. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!